А я вижу фритюрное масло. Когда вижу фритюрное масло, я всегда прошу анализатор кухонных жиров. А Марина сразу мне молча дает журнал замены фритюрного масла. Вот как приятно работать, когда люди знают, что уже я делаю. Так, у вас один фритюр? Один. Один фритюр 30.09. Ну, камон. Так, один раз 29. Каждый день? Да. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Масло меняется в этом кафе каждый день, судя по журналу. Сейчас проверим анализатором кухонных жиров. Масло прозрачное. И анализатор кухонных жиров не ругается. Зеленый свет нам дал. А значит, и я дам зеленый свет этому фритюрному маслу.